Прапорщик милиции Оксукбаев Улан Артабаевич, ага. ГУВД города Бишкек. Я вас слушаю. При левом правом повороте водитель обязан перегородить. По вашей версии я? По вашей версии я пешеходу не уступил дорогу, да? Правило, что означает не уступить дорогу пешеходу? 13.1 гласит. Правильно? Нет, я знаю, что надо уступать. Как закон определяет, уступил ты дорогу или не уступил? Когда ты заставляешь изменить скорость движения, либо направление пешехода? Я этого не делал. Почему? Ну, потому что было очень много места. Нет, они не изменили траекторию. Но если вы считаете, что траектория изменена, несите протокол, будем оформляться. Хорошо. Давайте. А по вашей версии нет? Нет, у меня не версия есть, у меня есть видеозапись. Я версиями не разговариваю, у меня все видеозапись. Тем более с коляской были, да? Оформляйте, оформляйте. Вы передайте, пожалуйста. Мне я вам передаю. Я вам дам, когда вы, я вот здесь вот своим подчерком удостоверюсь, что все правильно заполнено. Я вам предоставляю. Вот, вот, смотрите. Так же, как и вы мне свои документы предоставили, я в руки не брал. Я ваши руки. Уважаемый, давайте наконец водителя. Предъявить. Я предъявляю вам. Вот, я вам предъявляю. Вот. Вот мои права. Я инспектору предъявляю, так же, как и он мне предъявил. Руки вот, не надо брать. Как я напишу вам? Вот, пожалуйста, вот, все видно. Хотите, я вам по буквам буду говорить? Версали, да? Версали. Законов не знаете? В смысле? Вменяет, не пропустил пешехода. Не уступил. Не уступил. Я так не говорю, правильно? Вас как зовут? Медербек. Медербек, как вы успели? Объясните ситуацию. Я проехал, успел, пешеходы не изменили траектории, не изменили скорости. Пешколет на самом поворотнице? Нет, на правом поворот. На правом поворот? Байдика Батыра, да? Да, привет. А где спецоборудование? Крысло? А у нас по закону не обязаны мы. Детям до 12 лет. Нет. Обязаны переводить салоне автомашины на спецоборудование крест. Нету такого у нас, ребята, нет. Может, пройдемте, я вам ПДД открою, покажу, если вы утверждаете, что нет. Можете российский открыть, в российском оно есть, в нашем нету. Я вам сейчас говорю, пройдемте, покажу. ПДД откройте, почитайте, заодно и ознакомитесь. С инспектором спорите, я вам как инспектор объясняю. Хорошо. Детям до 12 лет во избежание детского травматизма в обязательном порядке вы должны переводить. Вон спецсредство. Спецсредство или спецкресло? Спецсредство. Надо же, нет, шутки шутками, действительно, надо спецсоборное кресло установить. Сейчас у нас в городе каждый день растет детский травматизм. Вот, а из-за кого? Из-за кого? Из-за водителей, которые... Из-за инспекторов, которые берут взятки. Здрасте. Да. Вы так не оскорбляйте, пожалуйста. Я так при исполнении. Ну и что? Это я вам говорю. Установите детское кресло. Травматизм и смертность на дороге прямую связаны с исполнением закона. Закон не исполняется, потому что от закона можно откупиться. Октябрьский. А все же знают. Все же знают. Амин болоет. Вы за это... Послушайте, в суде вы не будете. Вы меня остановили за что? За пешехода. За пешехода? За пешехода вы выписываете. Да нифига вы не имеете права. Вы не... Вы техосмотр не проводите. Не надо. Вы законы. Они законы не знают и начинают что-то чесать. Вы не знаете своих законов. Вы плохо работаете. Вы берете взятки, ребят. Не оскорбляй, пожалуйста. Я не оскорбляю, я констатирую факт. Я констатирую факт. Если ты, если сейчас Аллах Урсун скажете, что вы не берете взятки, ребят, вам вопросов нет. Ну-ка скажите. 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 Вот и все, ребята. Все под Богом ходят, сами боятся поклясться Богом, что не берет взяток. Потому что все знают. Вы адекватный, нормальный человек. А вы как думаете? А вы как думаете?
А меня, меня бесят взяточники. Меня бесят взяточники. Меня бесят взяточники. Да, меня бесят. Ну, это ваша проблема. Ну, это тоже ваша проблема. Это ваша проблема. Без взятки берете. Вы мне давали? Мой друг наверняка где-нибудь давал. Незачем тогда говорить. Незачем тогда. Мне очень показательно, что вы не можете поклясться Аллахом, что вы не берете денег. Я при исполнении. Вы клянетесь Аллахом, что вы берете деньги? Не берете деньги. Лишний разговор. Вот лишний разговор вот отсюда. Вы начинаете. Я его никого, никто его не звал. Кто это вообще? Второй инспектор, зачем он пришел? Надо следить за дорогой. Иди работай. Вы не нарушаете правила дорожного движения. Вы, во-первых, 13.1. Хорошо, уважаемый? Давайте, вы пишите протокол. Я пишу. Вы не кричите, пожалуйста. Вы давайте на мозги капать не будете и уйдете. Хорошо? Хорошо? Жена у меня не капает. Мне на мозги капают взяточники, из-за которых страна разваливается. Взяточники, из-за которых страна разваливается. Вы не кричите, пожалуйста. А меня бесят взяточники. Бесят взяточники. Кана, ТВ Гайгу, кана, ништат, ништат, будет такое, нет? Вам что, ТВ Гайгу надо? Да, я вечно. Первый раз нету потом водителя по программе. Каждый раз вижу взяточников. Каждый раз взяточников. Вы обоснованно говорите, я говорю, не... Взяточник? Для меня человек, который не может поклянуться Богом, что он не берет деньги, он взяточник. Я могу поклясться Богом, что я не беру взятки. Клянусь. Мамой поклянись. Это не мусульманская. Ладно, это не мусульманская. Мамой поклянись. Взяточник. Где писать, что я не согласен? Вот здесь. Объясни, возьми. Не надо объяснения. Не надо объяснения. Сами объясните, мне надо объяснение. Это не объяснительное? Это не объяснительное, это объяснение водителя. Это не объяснение, я пишу, что я не согласен. Ваше объяснение? Нет, я не должен объяснять, да, я буду в суде доказывать, что я не согласен. Там в графе написано объяснение водителя. В протоколе в ваших правилах написано, что вы взятки не берете. Вы Назарбек Тагабекович. Вы берете взятки? Ой, Назарбек Тагабекович. Взяточники, да. Вы не нарушаете, хорошо, правила дорожного движения? Я не нарушаю правила дорожного движения. Пожалуйста. Ваша регистрация автомашины. Мои временки. Не нарушайте. Не бери взятки. Взятки не бери. Вы давали, я еще раз. Взятки не бери. Вы мне лично давали еще раз? Взятки не бери. Вы мне лично давали? Мне не надо ничего доказывать. Вы мне зачем говорите? Взятки не бери. Взятки не бери. У вас спросили? Не истерите. Успокойтесь. Кто-нибудь сейчас спросил? Сейчас? Да. Ну, если я скажу дальше, поменяет? А нет? А что ты без этого? Без чего? Так, товарищ водитель, успокойтесь. На колокольчик? Успокойся ты, ладно? Не ты. Мы пока еще на ты не переходили. Успокойся ты. Ты меня неадекватно назвал, не вижу ни одной причины общаться с тобой на вы. Закон, как говорится, порядка требует. Закон порядка. Твои! Еще мне вор придет и говорит, не убивай, блин. И кресло установите обязательно. Взятки не бери! Что ты разговариваешь, у вас губы дрожат. У вас все нормально? Меня бесят взяточники, мне ненормально. У меня прям давление подскочило от того, что я за взяточниками разговариваю. У меня прям вот так трясет, когда я вижу людей, которые говорят, не надо мне скорую вызывать. Не надо взятки брать. Вот все, что я прошу, не надо брать взятки. Не надо. Какая личность? Я не оскорбляю личность. Я говорю про то, что вы совсем честь мундира потеряли, берете взятки. Если у вас созрение все в порядке, перед вами сотрудник органов внутренних дел. Она... Я говорю, не оскорбляйте. Как оскорблять? Вы будете даете себе заведомо ложные показания. Какие показания? Я в суде, что ли? Я в суде, что ли? Чтобы показания давать? Вот вы словами говорите. Или меня оперуполномоченный опрашивает? Какие? Какие? Иди книги, почитай слова. Не ты, а вы. Слова поучи какие, хорошо? Вы, хорошо? Ты. Не тыкай. Ты. Не тыкай. Ты. Не тыкай. Ты. Агрессивный. Агрессивный. Я же говорю, меня бесят взяточники. Я агрессивный. Я агрессивный, меня бесят взяточники. Нарушил, выписал, и что? Нарушил, выписал, посмотрим. А что там место? Вот сам приехал, пришел, что-то начал. Нормально разговаривали. Я сказал, несите протокол, составляю. Пришел, учит, больше не берите взятки. Не нарушайте.
Видел, да? А это... Счастливого пути. До свидания. Где себе? Молодому не надо брать взятки.